Я Гурметов Хайрбек Серикович, независимый наблюдатель от общественного объединения Мухалтас, пришел на избирательный участок номер 424. Бұнда тура маған айтқан қызамыз керек, Айбек. Мен сізді түсірем. Председательсіз, комиссия, член комиссии, мне бәрі отыр. Да? А мне кажется, наоборот, имею право. Вот смотрите, я вас снимаю сейчас. Вот председатели, а члены комиссии находятся здесь. Так, это секретарь Хамиева. Она мне говорит, что нельзя снимать на видео, хотя сам председатель ЦИК Имашев Берег сказал, что только можно вести, не запрещено вести прямую трансляцию. Вы находитесь на рабочем месте. Вы находитесь на рабочем месте. Вы понимаете это? Вы при исполнении находитесь. Уважаемый. Поселок Чингирова, Западный Казахстан. Избирательный участок номер 424. На мне составляют протокол. Говорят, что я нарушил вот эту вот линию. Вот я показываю. Это линия. То есть я ее 3 раза пересек. Значит, они меня из-за этого лишают, прогоняют. Не дают ни протокол, ни что. Говорят, вызовем полицию. И меня просят освободить от наблюдения. Также я составил акт о том, что о нарушении. 2 нарушения было. Этот акт я зафиксировал. Председатель комиссии отказался его подписывать. Также его отправил координаторам. Теперь буду ждать и буду обжаловать его. Вот пришел полицейский, чтобы меня, наблюдателя участка 424, просит, чтобы я покинул. Пригласили полицейского. Вы пришли, чтобы я вышел, правильно? Я так понимаю? Представьтесь, пожалуйста, документы покажите. Удостоверение. Я прочитаю, что я... Хорошо, не снимайте. Тогда. Нет, я удостоверение не буду снимать. Кто? Усмангалиева Мирангуль Абатовна. Удостоверение 30, номер 14, 845.